Скидки до 90%! Такого еще не было и уже точно никогда не будет. Только сегодня и только для тебя заходи в магазин и покупай любимую игру реально за копейки. Дешевле просто некуда. Торопись, так как предложение ограничено, и ты можешь просто не успеть купить любимую игру за копейки. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Механик, и сегодня мы с вами окунемся в деревенскую жизнь, потому что мы играем в игру My Village Life, моя деревенская жизнь, мой английский просто превосходен. Hi guys, welcome to my YouTube channel, like and subscribe my video, please. Короче, вы видите, что здесь такое? У нас песик есть, он бегает там. Так, мы можем телек вроде посмотреть. Какое-то тут задемпфированное управление, я жму, и он потом только останавливается. Отлично, у нас есть туалет, наверняка мы можем туда сходить. С прекрасным голубым океаном внутри, это же надо. Это идеально просто. О, о, фу! Фу, фу, перестань, фу, это вредно, чувак, перестань. Выкинь эту шляпу. Блин, зачем он это делает? Осуждаю, я просто пописать хотел. Как пописать-то? О! Вот так вот пописать можно. Ну как же игра такого плана и без пописания? Невозможно. Слушайте, я довольно меткий. Как бы там ни было. Ладно, погнали отсюда. О, о! Где? Куда собака делась? Только что собака здесь была. Бобик! Бобик, ко мне! Иди, мой хороший, сейчас покормлю тебя чем-нибудь. О, олень бежит. Так. Мне нравится реально моя деревенская жизнь прямо. Я вот вспоминаю те времена, когда к бабушке в деревню ездил в детстве. Ну, оленей там, конечно, не... Ну-ка, стой! Ой, не-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 не. Не надо, сейчас он запаряет. А! Напугало меня, алё, ты чё? Ну-ка, за мной. За мной. За мной, за мной. Хороший песик. Идем за мной. Видимо, песик убежал, потому что там олень бегал. Так, ну что, друзья мои. Красиво тут. Ничего не скажешь. Очень красиво. Сейчас поднимемся наверх. Что у нас наверху? Наверху у нас чердак, на котором ничего нету. Собака, стой, чё ты там? Закрываем дверь. Чтоб дикие олени... Да чё ты лаешь-то? Всё, стой тут. Смотрите, тыквы какие у нас. Можно тыкву взять? Ну, по-братски. По-братски тыкву надо. Можно взять тыкву! Ой. Так. По-братски. Тыкву. Как там? Во. Взял тыкву, понес тыкву. Будем сейчас пилить тыкву. Так, она упала. Я так понимаю, можем взять мы... Можем... Это что? Это топорик. Это топорик. Не-н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 е. Вот что я хочу взять. Как им? Как им пользоваться? Разрешите попользоваться вами, пожалуйста. Не понимаю, как пользоваться топором. Ну ладно, давайте возьмем пилу. Так, Е. Пилить. А, зажигание сначала надо включить. Не пилится. А здесь будет пилиться? Не пилится. А это пилится? Не пилится, прикиньте. Так, Q. Так. Please press E. Я понял, как это сделать. Ну-ка, выключаем зажигание. Кладем пилу. Так, положись. Да положись ты, ё-моё! Вот. Берем E. Ну и чего? Я это за... Это что-то в доме, что ли? Это я в доме что-то беру?
Походу в доме что-то... А, не, нифига, вот он. Так. Зачем мне это надо, я не знаю. Поэтому не спрашивайте. Я еще пока сам ни в чем не разобрался. Опа! Кайф, просто кайф. Все, выбрасываем. У нас есть дровишки, которые мы куда-то можем совать. Только куда? У нас есть велик, на который мы можем ездить. Так, что мы дома можем сделать? Ну, у нас дом-то, кстати, большой. Да? Так, свет можем врубить. Оп. Можем что-то приготовить. Кастрюльки есть. Тут что-то... Тут что такое? Так. Нормально, нормально. Шикарный, блестящий, кожаный диванчик. Тут можем поспать. Тут музяка у нас. Но я отключил музыку, чтобы не было проблем с авторскими правами. Так. Погнали куда-нибудь прокатимся. Оп. Давай газульку, газульку. Давай, 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 давай. Все, поехал, братанчик, поехал. Поехал, родной. Все, ну-ка. Ноль это хорн, то есть звонок, гудок, рок. Едем куда-то по дороге, я не знаю, куда, я дом только не закрыл. Ну там собака у меня, в принципе, я думаю, что ничего страшного не случится. Собака припаркована красиво. Так, сейчас поедем вот здесь, срежем немного путь. У меня нет фонаря, к сожалению, никакого абсолютно, поэтому будет... Будет сейчас страшно, ночь на дворе. Надо было, может быть, дома остаться, переночевать, а потом с утра двинуть. Если честно, я не думал, что так быстро вечер наступит, потому что я ж... О! Я вижу кого-то мужичка там. Сейчас к мужичку поедем. Это братишка, наверное, ждет меня, пока я в гости заеду к нему. Так, стой. Чё-то он как-то кочевряжется, по-моему, да? Посмотрите, из стороны в сторону смотрит. Он взглядывается, наверное, ждет меня, а я там у себя дома прохлаждаю. О, смотрите, из стороны в сторону качается просто. Чё ты хочешь-то? Тебе чё надо вообще? Там, по-моему, машина ехала. Опа, пропал! А, не, не пропал. Так, братанчик, ты чё-то какой-то стрёмный. О, съем, съем. О, съем, съем. Я не знаю, что за миссия. Ну, что ему нужно, привезти дрова, что ли? Так, а у него вон что-то там какое-то... А, это поле? Там машины ездят, ребят, вот машины есть. Я не знаю, что ему нужно. Наверное, дрова, судя по тому, что у нас есть дрова, мы, наверное... А как их везти сюда? Руками, что ли? У него гараж такой пристроен. О, съем, съем. Тут-то мой самый татукрат. Да, да, ему нужны деревья. Только на чем мне эти деревья возить? Ребята. Хм, прикольно. На велике, что ли, их возить с собой? Так. Поехали до нашего дома. Попробуем поспать до утра. И тут, видите, нету, в принципе, каких-то таких потребностей. О, волки воют, прикольно. Надеюсь, меня не съедят волки. Так, а где мой дом-то, собственно говоря? Как дом найти? Так, оленя вижу. Олени бегали рядом с моим домом тоже. Значит, мы едем по правильному пути. Так, вот там олени. Ну, если олени есть, значит, волков нет. А вот мой дом. Вот же он. Мне нужна машина какая-то, чтобы можно было спокойно довести ему эти бревна. То есть напилить их и довести. Но где мне взять машину? Вот это, конечно, вопрос такой с подвохом. Да, прикольная игра. Ничего не понятно, но очень интересно. Давайте реально сейчас попробуем поспать. И утром уже поедем, посмотрим, что да как. Потому что бревна-то вот они, пожалуйста, есть. Напилить их вообще не проблема. Так, отправляемся спать, чтобы утром можно было что-то придумать новенького. Так... Пресс E to save. А спать? А спать как? Не понимаю. Спать? Спать не придумали здесь.
То есть это игра не про сон. Мне кажется, пешкарусом даже быстрее ходить, чем ездить на велике на этом. Вот там что-то горит, какой-то свет. Погнали туда, сходим. Странно, что не предусмотрена никакая перемотка. Подождите, а вот там что-то такое? Машина. Машину вижу. Не было там машины, а сейчас есть. Или это дом? Не было же там машины. Так, ну-ка погнали. А, уехала, уехала. Автобус. Автобус какой-то там ездит. Прикольно. У меня здесь вообще никто не ездит. А там видели прям автобус. Автобус и машина. Ладно. Поехали все-таки в ту сторону. Не, давайте велик возьму. Наверное, все-таки чуть быстрее на велике. Фу, куст шевелился. Волки меня немного пугают, но я думаю, что это может быть и моя собака так воет. Давайте ее с собой возьмем. Так, братан, пошли. Пошли-ка, будешь отпугивать волков от меня. Ты со мной? Красавчик. Красавчик. Так, вот там что-то есть, погнали туда, сходим. Вот это My Village Life, ребята. Вот это кайф, конечно. Мне нравится. Так. Так. Вот это волк, мне кажется, здесь, видите? Пошли подойдем, по-моему, волк. Или что это? Я не понимаю, что вообще ничего не вижу. Или это куст? Куст или волк? Что это? Что-то трясет. А, куст! А что он так трясется? Смотрите, как трясется. Так, на кого ты лаешь-то? Нет никого здесь. Пугаешь меня только лаем своим. Смотрите, там, по-моему, едет тачка. Вроде как. Вот там что-то горит. Или не горит, или это дом, окна, может быть, зажженные. Ничего не вижу, ничего не... Ох ты, нифига себе, вот это мы нормально пришли. Девчонки танцуют. А, музыка, 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 плохо, музыка, плохо. Давайте только издали посмотрим на танцующих девчонок. Вон они в этих, в купальниках танцуют. Потому что это пляж, ребята, потому что, видите, тут кто-то плавает. Тоже девчонка плавает. Девчонка, ты как? Все в порядке у тебя? Все ли у тебя нормально? Скажи мне, пожалуйста. Ты вообще в адеквате или ты просто ужралась в свинятину уже, а? Все понятно. Ну те такие же, видимо. А где мой песик? Где мой песик? Ну если бы не музыка, то в принципе... Можно было бы прям подойти к ним вообще так вплотную и чисто затусить. Но я не могу, потому что музыка. Прилетят авторские права сразу же. А нафиг оно мне... Опа, собака сыт у меня. Вот это игра. Так, ну а что, я в принципе поддержу свою собаку тоже. Можно... Там, вон она уплыла, смотрите куда уже. Я немного добавлю воды в это озеро. Ну, чтобы побольше было. Ладно, пошлите. Я, конечно, прифигел сейчас. Так, я вон там что-то синенькое вижу. Синенькое, мне кажется, это какая-то техника. Ну, приходится реально вглядываться, потому что ничего не понятно. Вроде мне показалось, что светает. По-моему, посветлее становится, да? Да, вроде как рассвет. Птички! Птички летают. По-моему, реально техника. Трактор, что ли? Вижу, еда написана. Не, мотороллер. Мотороллер какой-то. То есть тут, в принципе, люди ночью не отдыхают. Они просто тусят, кушают. Как вот этот парень. Так, ну только зачем мне кушать? Нормально он тут. Сосиски жрет и что-то пьет. Хайденес какой-то пьет. А у тебя что есть? Так, Пакал Поркольд. Магуярос пицца. Ну, пицца понятно. Толтот капостза. Капуста какая-то.
Хурка. Колбасз. Хамбургер. Хот-дог. Ну, это все ясно, понятно. Че, дай покушать что-нибудь. Ничего покушать не дает. Так, дадут. Это доставка, понятно. Это миссия доставки будет, 100%. Мне кажется, мне нужна какая-то просто техника, чтобы довести эти непосредственно дрова до того челика, чтобы выполнить задание. Я не знаю, может быть, нужно было днем к нему прийти, и тогда бы он днем мне что-нибудь предоставил, какую-нибудь технику для перевозки. Но пока... Так, вот там, по-моему, гаражик. Может быть, в гаражике что-то есть? Сейчас быстренько добежим, посмотрим. Там трактор стоит, ребята. Там трактор! Дадут трактор покататься, нет? Надеюсь, что это мой гараж. Не, просто я видел на картинках этой игры, там реально трактора. Там самолет стоит! Из тыквы, наверное. Так, бежим. Реально, смотрите, трактор. Два трактора. Пипец. Вот это поворот. I like it. Не знаю, правда, вряд ли мне дадут на нем покататься. Но мне бы вот этот прям пригодился. Смотрите, сюда можно дровишек этих накидать. Да ладно! Можно ездить на тракторе, ребята. Так. Игнишн, все дела. О, закоптил как. Так, хендбрейк отключили. И все, и поперли. А как камера? На С. Блин, собака, только надеюсь, она не повредится у меня. А как вот я должен был найти это место? Объясните мне. Прикол вообще. Мне очень нравится. Кайфовая игра. Так. Поворачиваем направо. Нету здесь никакого бензина, ничего нету, да? Если нет никаких таких вещей, типа бензина, там, вот, прочности, то это круто. Ну, сейчас посмотрим, из чего ты сделал. Я тебя понял. А ты крепкий. Он зацепился за меня. Отстань от меня, отстань. Да отстань ты, ёлки-палки. Все, отстал наконец-то. И поехал туда, куда нужно. Это была проверка на баги. Так, я вижу там впереди что-то. Ну, типа, я вижу, как будто грузовик сломанный, а рядом с ним... Чё это такое? А, это мужик сидит, что ли? Грустный мужик сидит, походу. Видали, дерево выросло впереди? Нет, это... Или да. Я не понимаю, мужик сидит или чё это? На стульчике такой сидит. Чисто на стульчике. Так, выйти. О, ну ты грустный, конечно. Ну кайф. Вот эта игра мне уже нравится. Ребята, как вам? По-моему, чистой воды кайф. Ребят, если хотите продолжение этой игры, ставьте лайк, пишите комментарий. Я реально сделаю продолжение, будем играть здесь. Чё-то просто промчалась тачка. Меня сейчас собьет, мне кажется, смотрите. Собьет или не собьет? Ха-ха-ха-ха! Не сбил! Нифига я мощный! Чё ты сигналишь? Себе посигналь. А я, может, и эту могу сдвинуть, не? Нет, эту не могу, и этого не могу сдвинуть. Вот такая красота, ребят. Ну, если хотите продолжение, то ставьте лайк, пишите комментарии, и эти продолжения ждут вас в следующей серии. А на этом все, всем пока.